Сегодня Международный день спасибо. Это слово обладает магическими свойствами, передает позитивные эмоции и дает возможность дарить радость друг другу. Такими же свойствами обладает и наше специальное предложение только сегодняшнего дня. Комплект штор «Высокая нота», с помощью которых вы создадите прекрасное настроение вашего интерьера. И, конечно же, Юлечка, спасибо. Мы говорим тебе за правильность выбора. Юлечка Колосова, дизайнер интерьеров, 15 лет предана своей профессии. Сегодня расскажет, почему же вы так сильно любите эти шторы. Да, с большим удовольствием представлю эксклюзивную коллекцию потрясающих портьер, дизайн которых не только удивляет и способен преобразить вашу комнату без ремонта, но еще и имеет секрет. Немножечко будем корректировать геометрию пространства благодаря вертикальному дизайну. Выполнены портьеры, причем именно два больших полотна по 2,15, каждая из полисатина, мягкого, легкого, воздушного материала, который создаст изысканную обстановку в вашем доме. Будет много легкости и такие красивые складки. Вы сможете собирать и разные формы давать портьерам. Шторная лента тоже пришита, поэтому как только портьеры к вам приедут, вы сможете ими воспользоваться, не пришивая крючочков и не переплачивая. Скажи, как стирать их прям сразу? Да, конечно, многие интересуются. Вы знаете, полисатин отлично отстирывается, долгое время не выцветает. Материал износоустойчив, ну, где-то порядка 10 лет ведет себя замечательно. Стирка 30 градусов. Ну, и также у нас есть 5 оттенков, которые непременно подойдут именно к вашему интерьеру. Бежевый цвет, самый ненавязчивый, изысканный такой классический дизайн. Розовый. Друзья, здесь у нас уже цветы. Ну, соответственно, уже приближение весны ощущается. Терракотовый. Тебе нравится, Юлечка? Очень красивый солнечный оттенок, напоминающий кофе латте, а белый выполнен в стиле Прованс. Сколько в нем изысканности, нежности и даже женственности. Добавляйте его обязательно в свою спальню. Коричневый. Посмотрите, необычный. Сколько здесь вертикалей. Тот самый секрет увеличения высоты потолков. Ну и розовый фаворит сегодняшний. Ну и, конечно же, размеры. Габариты наших штор, ну, просто очаровывают. 215 на 270 сантиметров и два полотна в комплекте. Давайте я вам еще раз покажу. Смотрите, за 1299 рублей вы сегодня приобретаете вот этот комплект. Сразу две огромнейшие портьеры. 215 сантиметров по ширине каждая портьера. Ответьте мне на вопрос. За 1500 рублей даже тюль невозможно купить трехметровый. А здесь комплект, целый комплект в 5 цветах на выбор за 1299 рублей. Надо брать обязательно, пусть точно будут. Кстати, вот все-таки шторы, они делают свое дело в любом интерьере. Моя подруга, когда она переехала на квартиру, ну, съемную, она ждала, когда ей вручат ключи от новой квартиры, и нужно было немножечко переждать какое-то время, поэтому она сняла самую дешевую квартиру с ужасной мебелью старой, без ремонта абсолютно. Я еще пришла к ней в гости и говорю, ну, слушай, как-то совсем печально. Она говорит, не переживай. И в следующий раз, когда я к ней в гости приехала, она уже шторы новые надела. Слушай, ощущение, что она ремонт сделала, мебель поменяла. Такой изысканный уже интерьер сразу стал. Да, Олечка, шторы существенно преображают пространство любой комнаты. Вот, например, коричневый делает комнату вкусные, теплые, и даже летних вот таких и немножко теплой осени ноток мы добавляем. Вертикали здесь будут зрительно увеличивать высоту потолков. Розовый сегодняшний фаворит, и мне очень нравится прохладный розовый оттенок. Как видите, очень красивые лунные цветы, объемные, хорошо будут соседствовать с рисунком на ваших обоях. Обязательно сочетайте его с нежными пастельными тонами обоев. Очень красивые ягодные нотки, прямо вдохновляющие. Терракотовый оттенок у нас есть, Олечка, а там нежно растительный орнамент. Он будет очень освежать. И если ваша комната лишена квадратных метров, то обязательно туда. Например, вот когда комната футляр, да, или выходящая на северную сторону. Нежные цветы, легкий такой налет в стиле Прованс всегда добавит уюта. Очень красивый оттенок, даже с рифмой персика, да, вот даже подтон такой есть, персиковый в нем, да. Очень красивый, да, фарфоровая красота. Так, посмотрим, что у нас с бежевым. Здесь будет о чем поговорить. Бежевый цвет оформлен вензелями во флорентийском стиле. Они крупные, они с нежными голубыми бежевыми тонами. Статус, изысканность. Я бы в гостиную такое повесила. Посмотрите, какая красота. Еще и в объеме. Ощущение трафаретного рисунка или кружева, лежащего поверх полотна, необычное. Каждая вещь эксклюзивно продумана. Каждая является авторской. И Олечка выбрала для себя один из самых нежных стилей. Новинка этой коллекции – белый цвет в стиле Прованс.
очень красиво оформлен в багето в виде кружева. Конечно, нежности в нем просто вот с избытком даже. Олечка радуется красоте. И вы огромные тоже размеры. Друзья, кстати, белый цвет — это и новинка сегодня на телеканале Шоп-н-Шоу. А вообще эти шторы очень хорошо продаются. И в прошлый раз, когда мы их представляли, за 10 минут было продано 750 таких комплектов. Белый цвет сегодня бьет все рекорды продаж. Он впервые сегодня появился на нашем телеканале. Успеете заказать два полотна за 1299 рублей. Просто на секундочку посмотрите. Как красиво, как дорого и богато. Это не маленькие шторы, которые мы вечно не знаем, как натянуть вот ровным полотном. И смотрится как-то, как будто чего-то не хватает. Не хватило материала здесь. Посмотрите, какие фалды. Как богато будет смотреться сразу ваше окошко. Сразу две портьеры по 215 сантиметров каждая. За две портьеры 1299 рублей. Цена действует только сегодня. Звоните и заказывайте. Юлечка, облегченный уже вариант, да? Мы привыкли к тяжелым материалам, к бархату, к жаккарду. Зимой именно такие, как правило, используем. Ну, пожалуйста, я, конечно, не против, но ты знаешь, я подумала, что все-таки облегченные портьеры сейчас зимой необходимы, потому что мы и так лишены солнечного света, и тяжелых портьер не хочется, чтобы не утяжелять пространство, поэтому я выбрала для вас полисатин, это микрофибровое волокно с сатиновым плетением. Посмотрите, какой он воздушный и легкий, при этом прочный, износостойкий, и отлично ассоциируется на режиме 30 градусов, при этом универсален, подходит в любую комнату. Хотите в спальне повесить, там плотность затемнения будет 65%, и вы с удовольствием выспитесь. Полотно тоненькое, но очень плотное. Конечно, гостиная, там будут работать изысканные эксклюзивные дизайны, детское, столовое пространство и, конечно же, ваш загородный дом. Какой вы выберете? Флорентийский, бежевый, нежный, ягодный, клюквенный, розовый, а может быть, терракотовый, с солнечными нотками, который дарит квадратный метр в вашей комнате, а может быть, изысканный белый. Это мой любимый оттенок. На сегодня он впервые появляется на телеканале Шоп-н-Шоу. Он и закончится первоочередно, потому что он самый популярный. 1299 рублей. Цена действующая только сегодня. Друзья, я напомню, что мы все с вами уже готовимся к весне. И именно такой весенней легкой нотки захотелось добавить в ваши интерьеры. 5 цветов на выбор. Цена действует только сегодня. Еще раз. Два полотна огромных размеров. 215 на 270 сантиметров. Меня даже здесь не видно, да? Вот. Два полотна за 1299 рублей. Сделайте свой интерьер особенным. Преображайте свои интерьеры. Это можно себе позволить.